Я играю на джойстике, поэтому видимых кнопок на экране нету. Сохраняюсь по своему усмотрению, пытаюсь обходиться вообще без них. Надо понимать, что игра старая. Если персонаж умрет, то игра начнется с самого начала. Начало не уровня, а вообще с самого начала. Продолжаем проходить Duke Nukem Advance, этап Египта. Это уже второй этап Египта, продолжаем. Генерал, это место полно отмороженными гибридами. Значит, что точно их главная армия. Это их точная армия. Здесь тоже есть источник их питания. Найди его и отключи, как прежде. Хорошо, предоставьте это мне. Ну хорошо. Это кто? Это злобоглаза. Они бомбами кидаются или обычными патронами? Если обычными, то изи. Если бомбами, то это нелегко. Их двое стоит. Ай-яй-яй. Так, вот этого. Этот сейчас сам на меня выйдет. Нет, не выйдет. На. Слушай, он еще плотный такой, зараза. Какой? Найди рычаг, чтобы открыть дверь. А тут уже открыта дверь. Угу. Так, а в какую верно будет пойти? Видимо, сюда открыть дверь, и там откроется. Стоп, а тогда в начале что было? Видимо, сейчас схожу, посмотрю. Так, беру вот эту штучку, видимо, сейчас передо мной появится кто-то. Или не передо мной. Во всяком случае, отсекается легко всего. Патроны, ракеты, хорошо. А тут что? Ты должен закончить свою миссию. Я в горячем цеху, короче. Ага, я могу? А я могу. И я смог, хорошо. Так, я могу это открыть? Опа, могу. Инопланетяне чвякаем, готово. Так, иду обратно. Ай. Что в меня попало? Он восстал из мертвых, он восстановил его. Что-то синее, вот это меня интересует. Давай пойдем. Синяя карта. Генерал, я нашел какие-то схематические регуляторы. Я их уже загружаю по спутнику. Данные получены, мы ее сразу же проанализируем. Здесь где-то должен быть центр контроля. Проверь его. Заметано. Окей, а где этот центр? Лобоглазика отключить. Ага. И сразу бегу. Хорошо. 105 хп. Хп все меньше и меньше. Хорошо. Так, синяя карта есть, все есть. Тогда в проход. Вот этого бам-бам-бам. О, сейчас патроны закончатся. Ай-яй-яй. Держи. Лови. Бабам. Верно? По-моему. Или вот тут я не был. Да. Да. Great. Level complete. 96% скиллов я не всех убил. Черт. Тут обидно.